5 рублей с квадратного метра за вывоз твердых коммунальных отходов. Возможно, столько будут платить кировчане в том случае, если регион примет решение об оплате мусора с квадратного метра. Напомню, изначально речь шла о некой фиксированной сумме с каждого прописанного человека. Про квадратные метры написал в своем телеграм-канале вице-спикер областного ЗАГС-собрания Роман Титов. То есть цифра 5 рублей неофициальная. Другие источники сообщают о 7 рублях с квадратного метра. Как бы то ни было, решение будет принято позже, чем планировалось. Как сообщили в ЗАГС-собрании, тариф утвердят до 20 декабря, поскольку у общественности остается еще много вопросов. Дмитрий Житарчук с подробностями. Как взимать плату за вывоз мусора с Нового года? С квадратного метра или с человека? Этот вопрос стал основным на повестке дня членов общественной палаты. Внеочередное заседание региональной группы по контролю за тарифами ЖКХ созвал Константин Сечихин. Несколько вопросов тревожит общественника. Во-первых, почему в тариф закладывается расход на покупку спецтехники региональным операторам? Во-вторых, почему вывоз отходов на полигон в Осинцах будет стоить более 600 рублей за кубометр, тогда как по всем другим полигонам стоимость доходит до 60 рублей? Поэтому, задав на общественном совете ряд вопросов, на которые мы не получили должного ответа, мы пришли к выводу, что тариф на сегодняшний день формирован не совсем правильно. Вопросы были адресованы гостям заседания. Разъяснить позиции пришли глава Министерства экологии, руководство компании «Куприт», областные власти и глава региональной службы по тарифам. Сечихину объяснили, что на полигон в Осинцах будут свозить отходы, в том числе из Кирова. Сравнивать объем отходов и затраты на это с другими полигонами нельзя. Отсюда и стоимость. Что касается способа начисления платы, власти настаивают, что в Кирове это должна быть плата с квадратного метра жилой площади. Уже подсчитано, что собственник стандартной двушки площадью 50 квадратных метров будет платить 250 рублей в месяц за вывоз отходов. То есть выходит действительно 5 рублей с квадрата. Правда, некоторые общественники считают, что нужно взимать плату с человека. Если же мы будем брать с человека, то умножайте 140 рублей на 4 человека. Сколько в месяц будет платить для этой квартиры? В два раза больше. У нас что, везде в квартирах площадью 50 квадратных метров проживает по 5 человек? Удмуртия пошла по пути экспертного сообщества и отменила решение с квадратных метров, перевела на оплату с конкретного человека, который приносит конкретный мусор. Давайте изучим. Точная стоимость тарифа на вывоз отходов станет известна не позднее 20 декабря. Что касается способа начисления, власти настаивают на том, чтобы взимать плату в Кирове с квадратного метра, а в районах с человека.